лишен милосердия. 3 часа назад в Иерусалиме было убито милосердие. И отныне мир пуст. Эта мысль не заглушила вопли, длившиеся более 6 часов. 6 часов длилась агония. После полудня солнце расплавленным свинцом проливалось на землю, на распятых, на толпу, наблюдающую за казнью. Особо любопытствующие проталкивались вперед, чтобы получше разглядеть крестные муки, расслышать стоны, вглядеться в искаженные лица мучеников, в их сочащиеся раны, в их окровавленные лохмотья. Нашлись в толпе и те, кто сыпали насмешками распятого и злословили. Мол, где же его отец? Почему не придет он и не поможет ему? Почему не спасет он себя сам, как спасал всех страждущих? Ни разу за все это время не возвал распятый отца своего. И только в последнее мгновение, когда душа покидала его, возопил он: «Боже мой! Боже мой!» Меня оставил. Иуда знал, что с этими словами иссякли жизни обоих.